По всему округу продолжается лавинообразный рост заболеваемости. В Нефтеюганске рекорд прошлой недели по числу обращений уже побит. Сегодня врача на дом вызвали более 1000 взрослых жителей. Это очередной исторический максимум. Стоит отметить, что по детскому населению ситуация пока гораздо благополучнее. Увеличилось и количество госпитализаций. За последнюю неделю в Нефтеюганскую больницу положили 107 человек. Новый штамм омикрон выявлен у 31 югорчанина. 16 случаев зафиксировано в Ханты-Мансийске, 10 в Сургуте, 2 в Нижневартовске и 1 завозной в Мегионе. Заболевший приехал из Испании. По Нефтеюганску официально установленных случаев омикрона пока нет.